Белый-белый лес стоит. Смотрите, красотища неописуемая. Белый сказочный лес. Дорога грязная, а лес белый-белый. Блин, дорога, конечно, убитая. Изображение, наверное, трясет немилостно. Ну что, сейчас едем на грунтовочку. Там будет помягче, поплавнее, покрасивше. Так, я надеюсь, ручей застыл наконец-то. Вроде да. Но как-то коряво. Он тут застыл. Ой. Да. Оп ты.
кучку какую нагребли. А тут что, народ-то это ездит. Так. Нынче я тут колею не накатывался. Нынче я сюда не ездил. Посмотрим, что у нас тут с дорогой-то. А, есть. Дорога-то. Ну ладно, уже хорошо. И что у нас тут-то? Ехать-то можно? Ну, теоретически, да. Че нет-то? Ну, давай попробуем, что ли? Посмотрим. Теоретически должен прийти. То есть когда-то тут кто-то был, но после снегопадов тут уже никого, собственно, не было. Сейчас сразу попробую развернуться. Это моя колея, отсюда приехал. Слушайте, красотища-то какая, а? Дайте-ка выйду с камерой. Снега-то сколько. Душу. Ой, хорошо-то как. Так, надо музыку тише сделать. Нечего на природе делать музыки, правильно? Даже Мирей Матьей, Эдит Пиаф. Ой, хорошо. Пруд застыл. Рыбаки сидят. И ходят. Красота. Что у нас тут? Да не сильно глубоко. Не сильно еще глубоко. Так-то. Да-да-да-да-да-да. Красивое такое белое. Снежком укрытое. Ай, хорошо. Прелестно. Прелестно. Любите природу, мать вашу.